Хочу об этом поговорить. Кто мать Луфи? Крокодайл. Крокодайл? Теория, да. То, что это крокодайл. Мать Луфи? Ну, ты думаешь, что Драгон заходит, там крокодайл лежит такой? Да. Они на тюрьме познакомились. Показали его сзади, там фигура была женщиной. Все намеки есть, то, что он был девушкой. Не, ну мне кажется, это гонило какое-то реально. Я штук сейчас понял, что у Луфи матери нет реально. Я думал, вот эта, которая, помните, на баре всегда стояла. Я думал, она. Она была в истории, но она не важна для сюжета, поэтому не акцентирую внимание. Да, прикинь, типа остальные мангаки мать, такие, да. Мать, ее либо убивают, либо какая-то она там злая, чтобы персонаж типа на этой почве как-то был злым. Ода, нахуй не важна для сюжета. Не важна, зато мы покажем эту арку на стадионе.